Гражданин! Эй! Не, что ты делаешь? Эй! 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 Не надо! Нет, ты... Ладно. На! Хочешь получить? На тебе! На тебе! На тебе! Почему он набросился на меня? И что у него с кожей? Руки у него в крови. Да и одежда вся порванная. Такое ощущение, что он, ну, совершенно на человека не похож. Черт возьми. Если это Черноруссия, то последние новости, которые я помню, ввод войск, конфликт. Это, наверное, правительство что-то скрывало. Вот почему территория была закрыта. Почему она была закрыта? Вот почему. Это, скорее всего, какой-то вирус. Эти люди, они стали зомби. Но где все? А где военные? Так, спокойно, дружище, спокойно. Надо разобраться в ситуации и... Первым делом мне надо, наверное, найти что-нибудь поесть. Кстати, насчет еды и воды. Я очень хочу пить. Но здесь, наверное, магазины не работают. И где мне найти воду? Возможно, в частном секторе где-то будет колонка. Если, конечно же, она работает. Возможно, в этом сарайчике будет что-нибудь полезное. Лучшее средство от зомбей. Конечно же, возьмем. Теперь у меня есть оружие. Я смогу теперь немного защитить себя. Но мне все равно нужна вода. Где мне ее найти? Да и хотелось бы встретить хотя бы хоть одно живое существо в этом городе. Неужели я тут один? Почему я здесь? Откуда я здесь? Все это для меня большая загадка. Но я не собираюсь подохнуть в этом городе. Я выживу любой ценой. И никакие зомби меня не сожрут. Нужно обыскать какие-нибудь домики на предмет чего-нибудь полезного. Возможно, в них я найду еду, а возможно и воду. Нужно обыскивать каждый угол в этом городе. Собрать провиант, воды, еды и готовиться к ночлегу. Наверное, мне придется здесь ночевать. Самое главное — это вода. Но где мне ее взять? Черт, как же я хочу пить. Где мне найти воду? Эти зомби, они вокруг ходят. Пытаются меня сожрать. Я уже целый день брожу по этому мертвому, пустынному, безлюдному городу, в котором кишат только зомби. И не могу найти источника питьевой воды. Да я бы из луж попил. Проблема в том, что их нет. Надо искать. Не может быть такого, чтобы во всем городе не было ни одной колонки или колодца. Я уже все тут пробежал. Быть может... Где-нибудь здесь. Постойте. Это же колонка. Я не верю своим глазам. Надеюсь, что она работает. Лучше.
Теперь нужно искать место для ночлега. Смеркается. Если я заночую прямо здесь, то они придут и сожрут меня. Полицейский участок.